Посмотрите, какой олень у лесного техникума. Красавец. Подсвеченный весь. На самом деле он, по-моему, деревянный. Его окутали красивыми фонарями. Не правда ли супер? Смотрите, как красиво сделано, так вообще супер. А, тут целая типа тележка или тачка, смотрите, на колесах. Видите, какой красивый, красавец. Олень или лось. Это красота какая. Два лося. Какой? За хвост я не буду. За хвост нормально. Приехали на центральную елку Полоцка. Красивая елочка. Площадь. А, вон там даже горочка есть. Вот памятник 1812 году подсвечивается. Елочка, гори. Там какой красивый Дед Мороз и Снегурочка. Какой красивый Дед Мороз, Снегурочка на центральной площади Полоцка. С оленем. Очень красочные. Елочка. Вход на проспект украшен звездочками. И нас встречает. Нас встречает снеговик. Ночной Полоцк красив. Арка такая красивая сделана. Интересная. Это бывший проспект Карла Маркса. Подскажите, как он сейчас называется? Я уже тут 100 лет не был. Даже не знаю. Называю его постоянно Карла Марла. Смотрите, как подсвечивается пожарная часть. Как красиво. Наверное, камера полностью не передает насыщенный, яркий, красный цвет. Но это очень красивое зрелище, конечно. Очень даже. Здание так классно подсвечивается, вообще супер. Это наша Полоцкая пожарная часть МЧС. Так подозреваю, центральная, наверное, городская. Красивое здание, хлебная лавка, кофейня, ковры с такими резными элементами, декором. Так классно смотрится. Вход в магазин Полоцторга, сувениры, ковры. Красиво так оформлен, с тележкой. Проспект Франциска Скорины. Сувениры, народные промыслы. Так красиво светится окошечко. Смотрите, какая красота.
Вазы красивые. Лепнина, конечно, супер. Так красиво смотрится на этих старых домах в Полоцке, на проспекте. Старинные дома, наверное, довоенные, я так подозреваю, еще в Полоцке. Вот, на одной из улиц. Полукруглые окошки на третьем этаже, заметьте. Очень, очень интересно. Полукруглые окна. На втором этаже кованые балконы, кованые окантовки балконов, старые, очень интересно. Гимназия подсвечивается красивым цветком таким, смотрите, первая гимназия. Неплохо сделали, красиво так смотрится Полоцк ночью. А это вот пожарка, с другой стороны мы зашли и сняли, снимается. Смотрите, как красиво. Красным огнем пылает, так классно. Пожарка. Здание райисполкома, объединенного с горосполкомом, подсвечивается. Тоже старинное здание. Довоенное, наверное, или послевоенное сразу же. Кто в теремочке живет? Возле райисполкома арочку сделали такую красивую. Класс. А вот такой снеговичок. Посмотрите. С лапками такими. Снеговик. Ядрами. Смотрите, елочка красивая стоит. Камень заложен участниками 30-й сессии парламентского собрания Союза России и Беларуси в июне 2006 года в знак крепкой дружбы белорусского и российского народов. Нашел еще один из старых красивых домов в Полоцке. Возле дома офицеров, слева от дома офицеров расположен. Очень красивый, необычный дом. Посмотрите, порадуйтесь и вы.